Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить зло внутри. Doc, what the hell do you think you're doing? Trying to save us. Really? Because it looks like you're making another monster to me. I don't have time for this, detective. Neither do I. Leslie has been here before and made it back. He survived being linked to Ruvik, the only patient ever, as far as I know. Wonderful. What does that have to do with any of this? He's our way out, detective. Our only way back. That sound! No, it's working. Wow! Он синхронизирует волны Рувика и Лесли. Меня вообще не смущает, что он орёт как резанный. Лесли, are you all right? It should have. Why didn't it? О боже. Ого, нет. Нет. Там чувак какой-то. Вот эти два существа. Здесь даже три человека. Охренеть. Хочет выбраться? Вот это да. Слушайте, а вот теперь мы точно в мире Лесли. Мы и правда в мире Лесли, вот сейчас. Вот сейчас мы в мире Лесли, да. Нигде бы то ни было, а именно там, в мире Лесли. Помните, когда синхронизировалось, все стало новым, все стало, ну, из будущего, из настоящего времени. Из будущего, блин. Из настоящего времени. Вот теперь мы в мире Лесли. Слушайте, как сразу не страшно, да? Насколько страшен старый особняк, и насколько вот такой, как бы... Такая вот обстановочка совсем-совсем меня как-то не пугает. Странно, откуда у меня место под световой болт появилось? Не знаю. Ну, ладно, мне в любом случае надо сюда. Ну, чё скажешь, друг? Кем бы ты ни был. Ruvik must be really pissed now. Breaking a STEM terminal? Never thought he'd go that far. Wait, STEM? Oh, he must be close if he's severing ties with the past. All he has left is his connection to the present. The full STEM in the hospital. Hospital? Beacon Mental Hospital? That's where he'll be, waiting for him. If somebody doesn't get there first, there'll be no way out for anyone! Да кто ж ты такой-то, а? Кто ж ты такой? Что ж ты за личность-то такая интересная, мутная? Чем там толком непонятно, вроде какого-то он довольно... Еще бы. Такого довольно полного телосложения. Как
Crimson Post. Раскрыты нарушения в работе психбольницы. В ходе внутреннего расследования, проведенного в психиатрической больнице «Маяк», выявлено исчезновение нескольких пациентов. Глава администрации больницы Марсело Хименес утверждает, что это просто канцелярская ошибка. Угу. Эти самые бедные пациенты и шли туда на мясо к этому Рувику. Марселло. Пропал доктор Марселло Хименес, глава администрации психиатрической больницы «Маяк». Последний раз его видели в своем кабинете, откуда он сделал ряд телефонных звонков. То есть, ну все правильно, да. Вот эти новости, они походу из реального мира приходят до нас. Я не знаю, как они до нас доходят. Возможно, в виде каких-то отрывочных, чего-то услышанного нами. Потому что сейчас-то мы по-любому, по-настоящему находимся в больнице. Вроде у меня ключей не было. Такая жепь была. По-моему, я израсходовал два и пошел сразу на босса. Но уже столько времени прошло, что я забыл. Правда, реально. У меня сейчас, по-моему, очень мало. Да, 1800, даже качнуть толком нечего. Ничего нормального не качнуть. Но слушайте, если такие бегунки продолжатся, мне правда нужно будет еще плюс 2 секунды к спринту. То есть так, конечно, нормально, но все равно это было, конечно, непросто, дорогие друзья. Все же пару раз я выдыхался. Главное не доходить вот до грани. Главное его совсем не выкачивать, всю выносливость. Иначе он встанет и все. Помните, как тогда с этим сейфом поганым? И там уже пишите письма. Стоишь, ждешь, пока он там отдуплится, блин. Что, смотрите-ка, уже по второму кругу практически записи пошли. С ума сойти. Да. Ну что же, возвращаемся. Я думаю, конец главы у нас прямо уже здесь. Стэм в больнице, Стэм. Какой-то Стэм он хочет выключить. Хочет выключить. Это, видимо, аппарат, который как раз-таки вот это все и создает. Тогда он, видимо, испугался. Видимо, он хочет выбраться, как и сказал доктор. Но сейчас он реально понял опасность, исходящую от Себастьяна. То есть я не понимаю, откуда здесь красный свет? Надписи «Exit»? Очень странно. Вот. Опасность, исходящую от Себастьяна. И решил, видимо, не рисковать, потому что иначе он... Господи, боже мой. Там было написано, что он вроде шит из двух людей. Но здесь трое. Трое людей, понимаете? Трое. Возьмем патрончики. Что у нас там, заряжено сейчас? Заряжено. Все заряжено. Я от этой дуры только убегал, да пистолет тратил. Фу. О, спички, елки, чуть не пропустил, блин. Спичек что-то маловато вообще стало. Совсем уж практически не стало. Все, больше ничего здесь нету. Да, вроде ничего, пойдемте. И хочет, видимо, все отключить, но лишь бы... Господи Иисусе! Охренеть. Но лишь бы сохранить вот свой... Боже. Сохранить вот этот свой мир. Давай, вылезай. О май гад. Ни хрена себе. Я, по идее, должен подбежать был за баночкой и получить в рожу от этого урода. Да, он стрёмный. Честно сказать, меня эта баба больше пугает. Господи. Баба, конечно, это просто... Просто демонюга. Знаете, если вот этот монстр окажется самым крутым монстром, ну, вообще, в принципе, в игре, я немного буду разочарован, потому что они заспойлили его в трейлерах. Ну, то есть я не был удивлен появлению этого гада. То есть как можно вот самого крутого чувака, от которого просто... О, кстати, камера. Камера зафиксировалась. От которого у меня коленки должны трястись. Вот так заспойлить. Ну что, побежали. Что стоишь? Побежали, я сказал! Побежали! Твою мать. Опа! Ну и что же?
О, не-не-не-не-не. Да ладно, вы чего? Второй босс за уровень? Да вы охренели, слушайте. Что он делает? Какие у него обилки? Ах, у него глаз. Ах, у тебя глаз, мразота. Зафиксируй его. Зафиксируй глаз. Ну, зафиксируй же, я туда. Шикарно. Боже ты мой! Так, это против правил ломать колонны. Ломать колонны против правил. Ой, ёп, твою мать-то, что ж ты делаешь? Да ты что ж такое-то, я как мне с этой хренью сражаться? Ой, мамочки мои. Ой, мамочки. Мамочки мои, мне аптечка нужна. Мне нужна аптечка. Ой. Ну, нет! Ну, охренеть, а? Подлечился, называется. Говнюк. И чего? И чего? Да ему по барабану. Да ему вообще все пофиг. Может, потерял меня хоть? Вот говнюк, а. Чё, думаете, знает, что я здесь? Не, глаз достал. Говнючина. Где он там, этот глазина? Блин, увидел, кажись. Ну, увидел, да. Ладно, ну чё. Пошел отсюда. А, ну что ж, я ж выстрелил, ты должен был отвалить. Блин, я не понимаю вообще. Слушайте, ну он здоров просто. Просто элементарно здоров. Очень здоров. О, боже мой, ну он ломает все колонны. Он ломает все правила. Ему вообще все пофиг. Господи Иисусе. Так, ладно. Фак. Ух ты, иди! Да твою мать! О, боже мой. Да ну, задел опять меня. Сволочь такая. Да чтоб тебя. Чтоб тебя. Чтоб тебя. Дай выйти. Нафиг. Вот что надо. Нет, не то. Не это мне надо. Блин. Фак, ну все, мне крышка, он меня съел. Короче, вот что нужно. Раскрыть его, а потом туда засандалить чего-нибудь. Вы знаете, на что он похож? На один большой половой орган. Все, я не буду уточнять. Так, начинаю всегда с создания болтов. Так, еще парочку электро. Выбираем обязательно разрывные, без них никак. Так, потом берем снайперку. И пользуясь снайперкой, вот так чуть-чуть высовываемся. Ждем глаза. Сейчас. Где-то он здесь должен сейчас выглянуть. Есть, отлично. Так, теперь берем один. Второй. Третий. И он отпрыгивает. Четвертый. Нет, не получилось.
четвертый, вот. Пошел ты к черту! Блин, задел меня. Мразь. Так, тихо. Так, тихо, тихо, тихо. Еще один. Все, сейчас он превратится. Или уже превратился. А, он уже превратился. Валим. О, боже мой. Осел. Так. Спокойно. Когда я захожу внутрь, он всегда переворачивается и опять становится в свою обычную фазу. Так что здесь нам не получится. А боже ты мой, еще ударил меня. Мразь такая. Сваливаем. Ждем опять, пока он перевернется. Так. О, боже мой. Бежим, бежим, бежим. Фух. Плохо, конечно, у меня это все получается, дорогие друзья. Очень плохо. Сейчас попробуем взять так. Так. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я не знаю, что мне еще сделать. О, есть еще один. Есть! Есть! Получилось! Я и не ожидал! Я не ожидал! Ой, ё-моё, ни хрена себе, ребят! Ни хрена себе! Ни хрена себе! У меня получилось! У меня получилось! Я не верил, что в этот... То есть, я не верил, я думал, что мне обязательно сейчас нужно еще один разрывной в него всадить. Ну, как минимум, два еще. То есть... Я не... Ни хрена себе! У меня получилось! У меня получилось! Вы не знаете, какой это трай был по счету. Вы даже себе не представляете. Ну, не меньше, наверное... ну, 10 раз я точно погиб. Ребят, 10 раз я точно погиб. Вообще, если вы хотите проходить на выживание этот бой, садитесь всегда с трезвой головой, потому что сейчас я... что подобрать? Что-то здесь можно... Опа! Круто! Электроболт. Не знал, что он здесь есть. Садитесь обязательно со свежей головой за таких боссов, потому что это пока что был самый... Блин, я столько сейчас могу высказать, наконец-то. Жижа от него осталось. О, боже мой. Сколько? Сколько? А-а-а! 20 тысяч! Я богат! Я богат! Я гребаный Рокфеллер! О, фак! Знаете, особенно за что хочется сказать спасибо Синдзи Миками. Он красавец. Огромное спасибо ему. За то, что он всегда, после того, как я побеждаю босса, ну, практически всегда, да, очень редкие боссы, только от которых нужно убегать. Кстати, откуда у меня граната? А, да, я в комнатке ее взял. Кажется, здесь еще одна где-то была, но, походу, он ее просто сломал. А, нет, все вещи остаются, даже если они где-то лежали. Вот, но спасибо за то, что он реально дает вот комнатки, где я бился с боссом, после битвы мне обыскивать снова. Это, блин, такое спасибо ему вообще за это. Вот редко кто в играх дает такую возможность. То есть, все не собрал, там бац, какая-то говенная катсцена. Кстати, я мог бы спрятаться от него. Забавно. Видите, все, в эту комнатку я уже не вернусь. Все, что я там забыл собрать, оно потеряно как бы навсегда. Навсегда. Больше как бы уже туда не вернуться. Вот это, конечно, такой минус есть. Сейчас я расскажу тактику, конечно, на этого босса. Но, блин, но точно 10 раз я погиб, не меньше. Вот, скорее всего, 15, наверное. Что-то у меня так много времени ушло на то, чтобы убить его.
правда, непростой босс. Очень непростой босс. Ну, то есть я не знаю, что будет дальше. Вот. Но на данный момент это был самый сложный босс за всю игру. Эта девка, которая, кстати говоря, мне недавно, после того, как я... Я всегда перед тем, как видео залить, проверяю, правильно ли оно отрендерилось, никаких косяков ли не было. Вот. И посмотрел, что у меня там. И смотрю на сестру. Сестру нашего главного злодея, которая погибла в огне. Я еще же делаю картинки каждой серии. Вот. И как раз остановил на том моменте, где ее лицо хорошо видно, где она там прям классно так в кадре видна. Вот. И смотрю, лицо-то похожее. Думаю, что-то знакомое. И тут меня осеняет. Мать его. Это же и есть то самое окровавленное длинноволосое существо. Черт побери, это и есть она. Никто иной, как она. Она бегает за мной с этими четырьмя руками. Две из них, которые я отрезал. Кстати, я не понимаю, я тогда ее правда убил? Это новое? Или это, скорее всего, одно и то же, а та просто как... То есть я вот этого не понимаю. Я действительно убиваю существо, и потом появляется новое? Или же как бы она исчезает, но потом снова появляется? Но это кошмар, так что здесь даже думать не о чем. Я вроде здесь, кстати, все уже осмотрел. Но бегаю только потому, что хочу много чего рассказать. Мне прям накипело, наболело. 15 траев это... Это много, это много. Больше, наверное, было у меня только в каком-нибудь Варкрафте там. Фу, ну... что скажу, кстати говоря. Видели, когда я забегаю в комнатку, он подбегает, засовывает руку, начинает меня искать. Так вот, если в этот момент, ну, сразу же начать в него стрелять... то он сразу же отпрянет и уже, значит, попытается меня оттуда... Ну, то есть, если я там окажусь внутри, он меня сразу же выцепит оттуда. Без вообще каких-либо вопросов. Сразу же меня оттуда выцепляет и через стену вышибает, я теряю здоровье. Вот. Если вы смотрите другие летсплеи, я, кстати, посмотрел. Да, мне было интересно, в правильном ли я, блин, направлении движусь после там 10 траев. Думаю, правильно ли я все делаю. Может, я что-то не то делаю. Нет, все правильно. Надо было просто продолжать долбить. Мне не хватало каких-то вот буквально... Вот буквально не хватало вот этого вот. Что я его поставил в ловушку, кинул гранату и... Да, эта тварь сдохла наконец-то. Фух, ё-моё. Я был удивлен. Я думал, что мне еще. И я так долго с ним бился. Вы не представляете. Сложность все еще выживания. Я не понижал. Так вот, если... На сложности не выживания, а чуть ниже сложность, я не помню, какая-то стандартная, наверное, сложность играть, то тогда, когда вот вы находитесь в комнатке, он вас ищет, если вы начнете в него стрелять, он сразу же не отвалит. Он будет продолжать искать некоторое время, так что вы сможете выпустить в него, ну, наверное, патронов 5 из дробовика. Ну, короче, очень много патронов. Тут один раз выстрел, все, он уже отпрянул. Даже можно не стрелять, он все равно очень быстро отбегает и начинает уже конкретно доставать, 100% доставать вас. Вот, тут еще, конечно, было полезно то, что я, видели, установил ловушки сначала с одними бочками, потом сразу с другими бочками установил ловушки эти мины. Это тоже сыграло свою роль. В общем, я израсходовал все, что можно было в этой комнате. Вот эти две комнатки по краям. Ну, сейчас я просто расскажу, как, собственно, его четко и убить. Поначалу, значит, вы прячетесь за колонной. Вот. На более легкой сложности этого не нужно делать. Вы можете тут бегать и подставляться на каждом шагу. Вы прячетесь за колонной, соответственно, выключаете фонарь, подготавливаете максимально взрывчатку. Хорошо, если вы заранее ее прокачали. Вот. Дальше, как я делал, берете снайперскую винтовку, чуть-чуть справа из-за колонны выходите, чтобы глаз вас не видел. Как только он там появляется, стреляете в глаз. Монстр сразу же оглушен. Оглушен где-то, ну, на, как вы видели, на 3. Три выстрела из арбалета мне хватает. То есть примерно 5 секунд он оглушен. Значит, если у вас есть гранаты, это прекрасно. Прекрасная возможность покидать ему под брюхо гранаты. У монстра есть 3 фазы. Две из них, ну, они все чередуются. Значит, первая фаза — это обычная фаза атаки, когда он бегает и атакует вас. Вторая фаза — это фаза поиска, когда он вас потерял и достает глаз, ищет вас. В этот момент можно выстрелить ему в глаз, он будет оглушен.
как вы знаете, 5 секунд. И третья фаза, после того, как он получит примерно 4 разрывных стрелы, ну, примерно вот 4, да, я вот столько примерно выпускал, прежде чем он переходил в третью, в агрессивную фазу. В этой фазе, в предыдущей фазе атаки он не сильно бьет, ну, относительно не сильно бьет. В фазе агрессивной он ваншотит. Он сразу же ваншотит, как только он к вам подходит, он съедает вас. Я не успел проверить эту теорию, но, возможно, как только вы находитесь, ну, рядом с ним, например, он на вас бежит, и вы можете на него бежать. Возможно, есть доля секунды, я это не проверил. Мне повезло без этого обойтись. Возможно, есть доля секунды пробежать у него под брюхом. Не знаю. Сзади него выбежать. Но замешкайтесь буквально на полсекунды, и он тут же съедает. Тут же съедает. Всегда съедает. Это ужасно. Это просто ужасно. Я столько раз попадался. Я почти его добивал, и все равно он меня съедал. Это так дико бесило, злило. Я вообще не знаю. Просто кошмарно. Я вне себя был от ярости. Вот, как только он в фазе ярости, учтите, вы должны находиться от него как можно дальше. На него работают электроболты и замораживающие болты. Яд, естественно, бессмысленно. Огонь тоже нифига толком не дает, просто горит. Он как бы не особо к огню уязвим. Вот. И к световым он тоже иммунен. То есть только электро, взрывные, морозные, ну и гарпуны. Гарпуны слабые, конечно. Ну вот, ну собственно, дальше вы бой видели. Да, еще один немаловажный факт. Как только вы забежали в комнатку, он переходит из фазы агрессивной ярости в обычную фазу атаки и начинает вас искать. Чтобы выйти из комнатки без потерь, вы ждете, как только он отбежит назад от комнатки, и сразу же выбегаете и направо. Из любой комнатки нужно сразу выбегать и направо. Сразу, моментально. Вот чуть-чуть замешкались, и он уже, когда будет обратно бежать в комнате, уже атаковать, он рукой может вас зацепить. Это уже было у меня много раз. Вот, сразу же выбегаете, и уже дальше бежите в другую сторону. В сторону там той комнаты или вот этой комнаты. И уже здесь, как вы видели, расставляете ловушки. Без этого никак. Собственно, посмотрите, сколько у меня осталось от арбалета. Один инструмент. Я, блин, всю игру собирал детали ради того, чтобы вот этого говнюка нагреть. Получается, ну, практически так, да? Я все на него потратил. Все, потому что в ближнем бою невозможно с ним сражаться, понимаете? Невозможно. Он ваншотит сразу же. Нужно всегда расставлять ловушки, держаться от него подальше. Электрический и морозный болт не дольше 3 секунд на него действует. Не дольше. Это с любым боссом так. Если обычные эти говнюки мерзнут долго и там электричеством бьются, то эти очень недолго действуют на них. Вот, ну и все, вот так вот на удачу, на расставление ловушек, естественно. Оставьте все бочки, как я оставил на вторую фазу, на фазу агрессивной атаки. Комнатки — это ваше спасение, потому что, как я уже сказал, приближение к боссу — это сразу же смерть. Мгновенная, моментальная смерть. Собственно, заходите в комнатку, лечитесь. Можете выстрелить в него, например, когда вот он отбегает, да, назад. Видели? Вот я один раз так сделал. Я стоял, ждал. Как только он начал отбегать, я в него всадил болт и убежал. Потом всадил еще один. Как только там фаза завершилась, болты начали на него реагировать, и оба взорвались. В общем, ну, вот так вот я где-то вкратце примерно объяснил вам. Вроде бы это все детали. Все детали. Да. Все, пойдемте наконец-то дальше и завершим эту 10-ю жуткую, страшную главу. Что нас ждет впереди, я не знаю, потому что мы прошли только 2/3 игры. 2/3. Вдумайтесь. 2/3. Это реально такая хардкорная игра, которой не было давно. Вот и все. Эпизод 10 пройден. Да, дорогие друзья, квинтэссенция этого эпизода был вот этот урод. Сшитый, кстати, из 3 человек, не из 2. Тогда он говорил про 2 человек, а этот сшитый из 3 человек. Кстати, вот еще что хочу сказать. Сестра-то его сгорела в огне, и поэтому именно длинноволосое существо погибает только от огня. Обалдеть. Такие дела. Ну что ж, дорогие друзья, встретимся в следующем эпизоде.
где нас ждет еще больше, наверное, хардкора. И дальше по нарастающей до финального 15-го эпизода. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей миссии.